Рыболовецкий колхоз «За Родину» Калининградской области – один из крупнейших в нашей стране. В гости к советским рыбакам приехали польские друзья, члены кооператива имени Коперника. Председатель кооператива Франтишек Килковский, рыбак Ян Козел и другие. Польский кооператив молод, он существует лишь второй год, а у советских рыбаков богатый опыт, большое хозяйство, есть и свой судоремонтный цех. И председатель колхоза Иван Матвеевич Кольцов охотно рассказывает обо всем своим польским друзьям. В колхозе 54 промысловых судна. Советские рыбаки постоянно расширяют границы лова. Они промышляют в Северном море, в Атлантике. Годовой план у колхоза немалый, больше 18 тысяч тонн рыбы. С этим планом рыбаки справляются и даже перевыполняют его. Хорошее дело – дружба трудовых людей. Она пойдет на пользу и советским, и польским труженикам моря.